Всем добрый вечер. С вами программа «Киевский радар». Я Максим Полей. Дороги столицы – это артерии города. И чем быстрее по ним движется поток, тем, соответственно, легче дышит и сам город. Давайте вместе прокатимся по этим венам и капиллярам столичных улиц и поставим такой легкий диагноз на текущий момент. Понедельник, как обычно, день более-менее свободный, но некоторые проблемы все равно наблюдаются в столице. Начнем, как уже традиционно стало для нас нормальным, с Крещатика. Улица Крещатик загружена по-прежнему со стороны Бессарабки в сторону Европейской площади, но в обратном направлении можем порадовать. Никаких особых проблем не наблюдается. Попробуем двинуться дальше на юг. Может быть, там все-таки сейчас чуть теплее. Как правило, эта дорога параллельные две улицы. Улица Большая Васильковская и улица, соответственно, бывшая Горького. Посмотрим, что происходит на улице Большой Васильковской, где-то в районе Дворца Украины. Как видим, сейчас движение более-менее свободно, так что если вы выбрали этот путь движения в центр, то, в общем-то, мы можем его вам рекомендовать. Однако этого не скажешь о бульваре Дружбы Народов. Он, как всегда, загружен в сторону моста Патона. Там наблюдаются пробки, скорость не более 15 км в час. И это не единственная проблема последнего текущего часа. На улице Набережная, точнее, Саперно-Слободской, простите, в сторону Южного моста недавно была авария. Какая сейчас обстановка на этом участке, мы попробуем узнать напрямую нашего корреспондента Сергея Даренко, который находится там. Сергей. Вітаю тебе, Максиму, вітаю, Максим, вітаю, дорогі глядачі. Так, насправді ситуація вже повністю владналася. Ми справді перебуваємо на розв'язці на вулиці Саперно-Слобідській. І щойно, буквально на останній новині Лілії Гулеїв в СТН, якраз роз'їхалися автомобілі. Була ситуація зовсім нескладною. Фура зачепила дзеркало на легковому автомобілі. Дзеркало лишилось на місці. Зрештою вони постояли, дочекалися поліції. Поліція приїхала і вже на наших очах ця ситуація розв'язалася. Це суттєво впливало на рух транспорту, ця ситуація. Але зараз, як ви бачите, за моєю спиною машини абсолютно вільно курсують. І так само зараз вам покаже оператор в напрямку Південного мосту машини абсолютно вільно пересуваються. Хоча ще буквально 15 хвилин назад там були більш-менш серйозні затори, адже на мості тривають ремонтні роботи. І от вони, а не фура з легкового автомобілю, власне, і впливали на ситуацію. Ну, зараз бачимо на цю хвилину все абсолютно спокійно. Саперно-Слобідська рухається. На цьому все, Максиме, дякую тобі слово. Спасибо, это был Сергей Одаренко, наш сапер на улице Саперно-Слободской. Он обрадовал нас тем, что в сторону Южного моста движение абсолютно нормально. Пройдемся дальше, чуть севернее по мостам. Дарницкий мост, он всегда свободен, и данная минута не исключение. Если есть шанс выбрать Дарницкий мост, может быть, не всем он удобен, но тем не менее по нему можно проехать в обоих направлениях абсолютно легко. Мост Патона, на удивление, нормальное движение, свободен. Но бульвар Дружбы Народов, как всегда, не всегда дружит с водителями. Там им тесно. В том же направлении, в сторону моста метро. Моста Патона. Ну а на мосту метро тоже пробок нет. Но это не означает, что проблем не существует совершенно. Давайте посмотрим, что происходит в районе станции метро Левобережная. У нас есть прекрасная возможность посмотреть это благодаря камерам. Как видим, поток очень плотный в сторону Броваров, в сторону центра. Все спешат, пытаются объехать, но не у всех это получается достаточно быстро. Двинемся еще севернее. Северный мост. В принципе, движение более-менее нормально. И в районе станции метро Почайная также уже почти разобрались со всеми проблемами. Так что те, кто торопится в городскую спальню на Троещину, можете сделать это достаточно легко. Ну и все-таки вернемся еще напоследок в центр. У нас есть возможность посмотреть на камеру на бульваре Лесі Українки. Там выезд со стороны улицы Алмазова, бывшей Кутузова, был недавно загружен из-за аварии. Ну а сейчас, как мы видим, проезд относительно нормальную сторону моста Патона. Ну, напомним, что там также ждут вас пробки дружественные на бульваре Дружбы Народов. Но перед улицей Коновальца все-таки некоторое движение транспорта плотное наблюдается. В принципе, на данном участке это почти все. Понедельник
у нас день относительно легкий, как ни странно, для всех водителей. Правда, увы, это не касается бульвара Шевченко. Как всегда, он загружен транспортом в сторону площади Победы. Пробка начинается примерно от улицы Леонтовича и тянется до площади Победы. Ну и загружен проспект Победы, как всегда, перед Шулявским мостом. Правда, есть и более приятная информация. Далее особых проблем для тех, кто выезжает в сторону окружной, сейчас не наблюдается. Мы желаем вам, чтобы завтрашние и следующие дни были также такими же более-менее спокойными и легкими, как сегодняшний тяжелый понедельник. Счастливо, до завтра!